Сеть магазинов «Колхоз» по всему городу. Мясо, «Колхоз». Вот написано «Молоко». Если разрешат, ребят, снимать, покажу вам цены, покажу, что есть. Вы мне сами написали о нем в комментариях. Давайте найдем, но они не любят, как снимают. Пироженки разные есть, тортики. Кстати, сегодня куплю тортик у нас. Семейный праздник. Вот эти рулечки вкусные. Бисквитные, ягодные, сливочные, ореховые, сметанные. Бисквитно-ягодные мы берем. У них пироги тут клевые. Я уже показывала. Вы просто мне написали, что Лена, а «Колхоз» зайдите, очень хороший магазин. Курица охлажденная, 165 рублей килограмм. Индейка 202, индейка 238, окорок 198, индейка 428 филе, филе бедра куриного 380, филе грудки 319, бедро куриное 195, свинина, окорок 305, ребра 349, рублей 319, карбонат 389, шея свиная 469, окорок 369, печень 170, почки 175, печень 222. Тут готовое что-то. Хороший магазин. Вот у них есть другой отдел, колбасный, сыры, колбасы, копченость. Ой, сейчас администратор выбежит. Так, что у нас колбаса 435, 506, 433, 523, вареная 629, сосиски 480, 512, 337 сардельки, а нет, колбаса чайная. 449, 449, цены на бегу, на лету, копченые колбаски. Тут же есть зелень, можно купить. Ну, цены, ребят, средние, не скажу. Знаете, не дорогие, не дешевые. Не могу сказать, что они дешевые. Потому что средненькие вот так. Окорок 583, 548, 745. Немножечко покажу, приблизьте. Посмотрите, что длинного. Груши. Красота. Мне нравится, что красивенько все здесь оформлено. Выбор большой картофель, правда, 47 рублей. Капуста 42. Подороже здесь. Груши 185, яблоки 115, 189, 103. Ну, можно выбрать, да, огурчики. Это дорогие, 199. Там молочка. Мандарины. Яблоки, малиновка 99, 239 мандарины, сыры пошли, ребят, сыр, 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 634, российский 596, 695, 704, 716, 535, так, в общем, вам покажу. Ну, просто имейте в виду, что есть такая сеть, ну, заморозка у них есть, правда, никогда ничего не покупала у них. Блинчики. Блины рулетики с персиковой начинкой. Просто блины весовые, 162 рубля килограмм. Варенье. Варенье. Пошла сметанка. Варенье есть. Царская ягода, слива с лимоном, и малиновая, и брусничная, и морожка, абрикос, апельсин, лимон, груша, семена тыквы, лимонная, имбирная. Разные. И здесь сухофрукты. Ну, это, ребят, магазин. Ой, даже клубника есть. Сеть по городу. Вы можете спокойно в любом городе это найти. В любом городе. Ой, в любом городе. На карте набрать СПБ, магазины «Колхоз». В любом районе, я хотела сказать, ребят. В любом районе. Все они хорошо оформлены, хорошо представлены. Сейчас мы с вами тоже купим тортик, конфетки. Нет, конфетки не хочу. Конфеты тут действительно большие. «Колхоз» – наши слоеные новинки. 1000 слоев в сливочном масле. Так, сейчас я тоже куплю. Вот у них пироги с начинками тоже разные, классные. Так, у них то, что ты спокойно сможет с вами пройти, посмотреть немножечко. Коса
442. Удобный клубник. 380. Пирог брусника 420. Ватрушечки по 49. Ну и все, ребятушки, вот такой магазинчик. Имейте в виду, приходите в своих районах, посмотрите, где вы будете жить. Магазин «Колхоз», выбор есть. Что это такое? Это шарики. И кокс, а вот это пирожок с капустой 44, но большой. Пятерочки маленькие по 18 рублей. Помните, мы смотрели? А это такой побольше, конечно. С рисом 46, 44. Макарон с карамель. Так, ну что, берем? Берем вот этот тортик. Берем тортик и идем. Ура, ура. Вот этот ягодный возьму. Вкусненький. Всем приятного аппетита, хорошего дня. Сладенького, вкусненького чего-нибудь. Хорошего настроения. Встретимся, друзья, в следующем видео. Смотрите. Кстати, морковки, это пирожное морковное. Торт морковный, 71 рубль, 100 грамм, я пробовала. Ну, честно, морковка используется, да. Торт песочно-яблочный, 95 рублей. Интересные эти штучки здесь. Да, торт черничный десерт, 76 рублей, да, красивенько. Донаты пошли, это 1, 6, 4, ванильный, малиновый. И торт Наполеон, кстати, подешевле. Сметанный. 50 на 40, а мы возьмем уже после 9 часов, да, или после 8. Здесь еще морс есть клюквенный, 97, 58. Свеженько, кстати, они приглашают на работу продавцов, уборщиц, заведующих магазинов, операторов, грузчиков мяса. Ну, зарплатка, по-моему, от 45 у них выше. Сеть по городу, ребят, в любом районе можете. А вот вечерняя скидка 20-30 до 21. В любом районе есть магазин, можете обратиться. И насчет работы. Кому интересно. Да, в коробочку положи, пожалуйста. В коробочку сделаешь, и мы пойдем домой, ребятушки. Сегодня будем тортик. Сейчас подождем. Да, сорти конфетки. Людей немного, но обычно. Ну так, как немного, то много, то немного. То много, то немного. Вечером больше, после 5 обычно больше. С работы идут. А сейчас день, сейчас еще 3 часа дня. Поэтому мало людей. Пироги с разными начинками. Я жду, пока тортик мне взвесит. И вам все показываю, рассказываю.